Вот мы в Кирове, вот отсюда по этой железной дороге я обычно приезжаю в Вятку по железной дороге. А сегодня я еду на своем автомобиле. Поэтому сейчас посмотрим на бездорожье вятское. И, конечно же, на новую архитектуру. Вот здесь новый райончик, там строятся новые дома. Тут церквушка. А здесь церквушка. Кладбище. Я как-то на работу бегал через него, постоянно жил здесь. Жил вот здесь, снимали комнату. А с двух сторон железная дорога, обратите внимание, с утра просыпаешься под стук колес. Но это не всегда было. Потом уже привыкается и уже пояс. Нормально. Да он идет по той стороне. Туда пошел. А где ты огрузился тут кирпичам-то? А, это разве... О, блин! Ой, а вон дороги-то, вон они. О, вот они, вятские дороги. Делай дороги, как говорили. Ой, я перепутал-то. Кирпичам я фаленг огрузился-то. Я по Кирову. Не ругайся. Я в Киров приехал-то, по-моему, не фаленги. Да. Так у меня мотор, пап. Опа! Ага. Вот в этом доме я когда-то жил. Ага. Вот в этом маленьком. В правой квартирке, вот там в правой. Так, ну вот такой вот. Так, блин, такое вот бездорожье. Опа! Это дороги. Это обычные дороги, пап. Так. Ё-моё. Улица Комсомольская, город Киров. Торгово-холодильное оборудование. Ё-моё. Ну вот, в общем-то, показательно сразу здесь, как работают у нас службы ЖКХ. ЖКХ и ЖКХ, и дорожные, и в общем все. То есть вот улица Комсомольская. Прокатить вас еще по какой-нибудь улице, я думаю, смысла нет. В общем-то, вот она, картина налицо. Да уж. Сейчас будет ЖД вокзал здесь. А мы долго же поедем-то? Да нет, мы уже сейчас приедем. Ну, поедем-то, придется еще поездить. А вот, и как она, привокзальная площадь, вот вокзал. Нет, ребята, не для двоих. Больше трех вокзалов. Да. Там выше у нас по улице Горького, там автовокзал. Там белорусский, тут казахский, тут какой-то. Вот мне нравится это под Хохлому такие домики. Вот очень мне это. Донары здесь. Как их надо испробовать будет. По донарчику заточить. Нет донаров нигде, кроме как здесь, в Кирове. А в основном все шавермы, шаурмы и так далее. Поэтому вот он, Октябрьский проспект, самая центральная улица города Кирова. Вот он, просто на него выйдем. Сейчас мы на него выйдем. И заметьте, кстати, новое колесо обозрения поставили в Кирове. Вот. Раньше было оно другим. Я вот это, кстати, сам первый раз увидел по фотографии. И даже на нем не то, что не катался, не прикасался к нему еще. Так что интересно бы было взглянуть поближе. Можно вертиться. Вертиться. Ага, понимаете. Ну, сейчас-то не знаю именно, но... Поставили, долго не было Макдональдса в Кирове. Но вот сейчас и Макдональдс у нас здесь. Тоже поставили его. До этого пельменные были хорошие. Пельменные. Они, в принципе, где-то еще сохранились, но очень редко. Новая гостиница поставлена здесь на, значит, диорамный прудик называется, по-моему. Диорамный.
гадали что-то, говорили, предсказывали. Выбрось ты камеру, то едь уже. Да подожди, вот, мы сейчас приедем как раз. Да, и... да я... Что попало, Нелеш, я дорогу нах смотрю. Да я смотрю. И вот памятник Кирову, большевику, революционеру, политику. Говорят, был убит. В общем, история умалчивает. Одни говорят одно, другое другое. В общем, личность незаурядная. И много, конечно же, таит загадок. Вот он, центральный универмаг. ЦУМ. ЦУМ, центральный универмаг. А вот памятник. Сергей Миронович, ну-ка расскажи, пап, как там было дело? Там говорят, любовный треугольник был, даже кто-то скрывает. А подали как политическое, а говорят, типа какой-то любовный треугольник. Не, приписали. Приписали? Ему, чтобы убрать его только надо. А, вот сельхозакадемия, Вятская вот, сельхозакадемия. Даже здесь я несколько лекций за ребят отсиживал. В общаге в двойке жил когда-то. И друзья говорят, отсиди-ка там пару лекций. Я говорю, хорошо, прихожу. Там же только фамилию спрашивают, а ты просто, не важно, что я там... Не Петров, говорит, Петров здесь. А, все, он отвечает, что есть. Там высшая математика была, и у меня уши чуть в трубочку не свернулись. Поэтому так вот выручали друг друга, но как могли. Я его по дорожку стала. 43-й регион, заметим, Вятский. Ну, а мы на следующем пятаке уйдем налево. Никуда я не уйду, налево, направо. Мы уйдем, пап. Левая, правая сторона. Улица, улица, ты, блядь, а, вот сюда. Оба! Вот сюда, точно. Вот она, улица, вот этот завод «Маяк». Вот этот город, вот эта улица. Аллея Грёзд, здесь мы любили прогуливаться. Здесь мы любили отдыхать. Иногда выпивали. Вот, вот маяк то что. Да. О-о-о. Бывший дом еды. Тоже все переделали. Ну, в общем, все меняется, о-о-о, конечно, приехали, потихоньку. Короче. Да, все меняется потихоньку, знаете. Поэтому жизнь течет, город меняется, люди меняются. Вот. Да. И, в общем-то, ну что-то остается. А остается что? Остается. Любовь земная. Вот сюда припаркуемся. Вот мы на месте. Вот этот дом, где мы сегодня остановимся. Уже шаткий. Там был еще один, уже снесли. Так что это тоже под снос будет скоро. По программе ветхое жилье. На 200 рублей было куплено 20 лампочек на 60 ватт, даты замены ламп. А, вот такая вот вятская жизнь, ребята. Мир этому дому. Здравствуйте. О, ребята, понастроили здесь. Раньше две халупки здесь стояло, такие старые дома, шапки. И там то же самое, заметьте. Изваяли из камня. Помню еще как-то с одной дамой тут встречался, она снимала в этой халупке. Это там многоквартирная, такая коммуналка была. Я еще по ночам такой пришел немножко под шофе. Тук-тук-тук-тук в окно. А там все соседи сразу проснулись. В общем, ей потом втык дали. И мне было очень стыдно. А сейчас вот видите, какой дом здесь выстроили. Ну а что касаемо двойки, общаги, то вот она на углу. Это все как бы общежитие здесь у нас. Сельхозакадемии. Раз, потом вот там два, тройка что ли там. Ну как-то так, двойка. Вот это двойка. Здесь инженеры. Короче, на инженеров-то учились, специализация. Те жили здесь. По трубе мы залазили на третий этаж, потому что вахтершу мы уже задолбали по ночам это самое возвращаться. И по трубе ползали.
пьяненькие на третий этаж. Опасно, ребята, было это все очень опасно. Ну, в общем, много чего, куда не посмотрю, везде ностальгия. Везде как бы что-то, какая-то история связанная. Поэтому сейчас вот, может быть, по возможности я по максимуму пробегусь, проедусь по Вятке и самые интересные места вам покажу. Конечно, надо углубленно проходить все. Рассказов очень много разных. Будем стараться их как бы вам до вас доносить, что самое яркое будет вспоминаться. Ну, а пока мы зайдем в магазинчик «Глобус». Дабы нам нужна соль. Они просто соль где находятся? Яйцо 38,57. Так, алкоголь почем здесь у нас? Давайте приценимся, ребята. Сравнивайте со своими городами. Вот примерно, кто у нас любитель? А кто у нас любитель бани и после банных процедур? А вот он, знаменитый Вятич. По 50 рублей за 0,5. Да, ну это все везде есть. Именно Вятич, ну как бы полторашек я не вижу. А, вот он, полторашка классическая, нефильтрованная, 118. Заметим, там дороже у нас, 130 там, в райончике. Здесь подешевле. Так, ну и где же вятский квас? Давайте еще посмотрим, где у нас вятский квас, почем он у нас. Вятский квас, давайте найдем его. А вятский квас не подскажите? А вот же тут. Да. А, с той стороны? Слева. Благодарю. А, вот он. Вот он, да. Так, это у нас Уржумский, город Уржум на юге Кировской области. Уржумский 56, Уржумский, так, квас Уржумский. А вот он, вятский квас. Вот он, натуральный продукт. 57 рублей. Так, это для окрошки у нас. 57 рублей за 3 литра. Так. Так, вот трешка. Трешка. Чего тут пишут? Изготовлено акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич». Кировская область, город Киров, улица Блюхера, дом 63. Вот вам, ребята, родина. Родина не только вятской машинки, но и вятской машинки стиральной, но и вятского кваса, пожалуйста. Горячий вятский квас, вот напомню. Слышали о таком только там, в Москве, на Красной площади. 22 рубля. Горячий, видимо, подогревать можно. Ну и вот как бы хлебный. Такая вот история. Ну, пойдемте искать соль, квас будем пробовать потом, чуть позже, когда будет жарче, чуть-чуть. Ну, посмотрим, значит, по алкашке, что у нас здесь. Водка вятская губерния, 245-300 рублей, вот в такой вот интересной коробочке. До 10 утра. Не попробовал я вятского кваса на Красной площади тогда. А сейчас мы непременно его попробуем. Брожение продукт. Натуральный продукт брожения. Горячий вятский квас. Подогреть до 55 Цельсия градусов. Добавить палочку корицы и дольку апельсина. Ой, у меня уже слюна потекла, слюна потекла. Укрепи свой иммунитет. Что тут написано? Вятский, горячий, фильтрованный, пастеризованный, состав вода питьевая, сахар, ржаная мука, солод, ферментированный ржаной солод, яичный ароматизатор, натуральный экстракт апельсина и бла-бла-бла-бла-бла. Все, разговорчики, давайте пробовать.
А почему не подогрел? Подогреться в желудке, ребята. Подогреться, вятский квас, вятский. Особый квас, да. О, отменный вятский квас. Было и прошло. Доброго дня. Вы прекрасны. Погода налажится, ребята, солнечно. Сейчас ездим в колледж. Кировский Вятский областной, где я учился 3 года. Вот, сейчас отвезем одну вещь моему другу. Сейчас он работает там педагогом. Мы вместе учились в университете культуры и искусств в Питере. Некое награждение, наградили его почему-то в Москве. Все осталось. Я забирал, и сейчас как бы поедем. Я ему отдам. Вот, и мы немножко проедемся тут кое-куда, кое-как. Я покажу вам, может быть, Трифонов монастырь, хотя я уже вам показывал. Попробуем искупаться в купели. Вот это Октябрьский проспект, центральная улица. Мы сейчас уйдем на улицу Воровского. Так, на улицу Воровского. И нам нужна улица Пугачева, 8. Да, давно я там не был. Ребята, закончил я его. В каком году? В 2004 году, по-моему. Я закончил этот колледж и, в принципе, уже больше не бывал. Сколько прошло? Лет 10? Лет? Как там Розенбаум поет? Уже прошло лет 10 после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради. И в семьях уже не до перемен. Та-т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 а. И чё-то-то, когда сжимает сердце. Желание внучатами побыть. Желание внучатами побыть. А в общем, такая песня интересная. Я вообще люблю, уважаю творчество Розенбаума. Я как бы очень много и часто слушал его. Во времена оные, когда учился в этом колледже, у меня постоянно в колоночке звучал Розенбаум. Да, ребята. Очень я его заслушался. И сейчас слушаю, но уже поменьше. Но все равно, дамы и господа. Так, улица Воровского. Там, если прямо ехать через мост, и юго-запад. Юго-запад, так называемый Кирово район, юго-запад будет. Вот, вот Роспечать здесь вятская. Во времена студенчества я тут работал дворником. Сугробы кидал. Был студентом очного отделения. В 5 часов подъем. Снежочек покидал. На лекции пошел. С утра разминочка такая хорошая, с 5 до 7, а бывало и подольше. Так, что, где разделительная полоса, ребята? Мы занимаем крайнюю левую полосу для того, чтобы совершить маневр направо, ой, налево. Ё-моё, что я говорю? Что я говорю? Что? Кленовый лист, кленовый лист. Т-т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 . Так, ребята, ребята, ну же, не создаем, не создаем. На пятаке. Не создаем проблемы друг другу на пятаке. Кленовый лист, кленовый лист. В общем, не буду энергию тратить. По берегу. О, какой Мерседес, ребята, о, какой. Не будем, так сказать, много тратить энергии. Включаться только в нужное время. Если что-то интересное, поэтому... Да тут все интересно, это же вятка. Ребята, здесь я не был давно. Здесь интересно все сейчас. О, ребята, что тут настроили? Охренеть, охренеть. Да. Какие дома. Так я не понял. А, вот он за этими домами-то спрятался даже. Вот он, колледж-то. Немножко не тот, что раньше. Вот это хореографическое отделение здесь.
Хореографическая, вот он. Сейчас Вятский он сейчас называется. Раньше Кировский областной дом. Ой, блин, что я говорю? Раньше Кировский колледж культуры, Кировский областной колледж культуры. Так, вот у нас не светофор, у нас просто уступит дорогу. Всем ребятам. О, снова Вятские дороги, снова. Опа. Вот он, ребята, Вятский колледж культуры. 10 лет. 10 лет. Вернее, 3 года учился, 10 лет не был. Вот этот вот. А вот общага. 9-этажка общага. Блин, забором обгородили все. Нихера себе. Давайте сюда парканемся. Ибо больше некуда. Ибо... Вот сюда ткнемся. Ёлы-палы, охренеть. Вот это общага. Ой, ё-моё, сколько же. Он где-то тут живет. Тут есть как бы левая сторона, это у нас этот студенческий блок, а правая там с той стороны по диагонали, это у нас будет педагогический как бы корпус. То есть тут же педагоги живут и студенты. Блин, ладно, все, пойдемте. Не, ребята, я просто в шоке. Ни хера тут отгрохали, ничего этого не было. Забор чуть производственная какая-то зона была. Так, что, невосемя? Нет, невосемя. Сейчас спросим. Димаса, наверное. Сейчас спросим. На вахту забежу. Проход по территории колледжа, выходные, воскресные, праздничные дни и на время каникул запрещен. Все понятно. Тогда меня всегда редко пускали. Ё-моё. Почему? Почему? Непонятно. Департамент культуры Кировской области, Кировской областной, Вятский колледж культуры. Студенческое общежитие. О, как все знакомо. О. Здравствуйте. А не подскажете, Васенин Дмитрий, педагог, должен проживать здесь? Он дома ли сегодня как-то? Можно ли с ним связаться? Ой, я вот не знаю. Проходил он, кажется. Сейчас я скажу, как он. Так, частенько. 814. А вы сможете пропустить меня? Документы оставите какие-нибудь. Самое интересное, лифт не работал здесь никогда. В то время, по-моему, он не работал. Мы все по лестницам. Физкультура по лестницам. Мало ли что, так мне будет лучше видно. Физкультура, значит, начиналась с пробежки по лестничным маршам по этой общаге. На 9-го, до 9-го, до 1-го, 814-го, не забыть. Сейчас мы с Димкой встретимся. Ладно. Давно не виделись. Пиццу заказывали? Ё-моё! Здравствуйте! Ихайса Михаил Бин, Райан Фиктич, я Галь. Предупреждал. Я тебе звонил, у меня номер-то твой, знаешь какой? Привет. Привет! А номер-то у меня знаешь какой? Блин, а я снимаю еще. Ладно, все, выключаю. Обалдеть. Вятский колледж культуры. История моей жизни, не только моей, а многих людей, кто заканчивает это учебное заведение и уходит дальше по жизни. По творческой линии, по линии судьбы. Но мы поедем дальше. Ну что ж, а вот администрация, ребята. Поедемте-ка мы в Трифонов монастырь заглянем. Покажу вам. Когда-то уже показывал, но еще раз. Посмотрим еще раз на Трифонов монастырь. Может, кто-то не видел. Интереснейшее святое место в Вятской губернии. Города Вятки.
над вяткою рекой, над вяткою рекой. Так, вот сейчас прямо будет у нас, так, это как это, филармония. Филармония. Раньше на этом месте в советское время, дореволюционное время, стоял храм. Храм, кого же это храм? Так, сейчас вспомню. А, Александра Невского, по-моему. Огромный такой храм, вообще огромный, то есть он большой был. И вот взяли, вот его уничтожили в советские годы. А тут много чего порушено интересного. Там вся набережная Вятской реки, Вятки, она вся была в храмах, много чего порушили. И вот сейчас филармонию поставили в годы советские. Ну и вот как бы, а картинка-то была очень интересная. Едешь, и тут такой храм, и купола, и то есть... Ну а сейчас вот как бы такая филармония, концертики дают разные. Может быть, когда-нибудь мы споем что-нибудь там. А может быть и нет. Да, так что это улица Ленина. Здесь, значит, это старая улица Ленина. Самая старая, да, отсюда начиналась Вятка. Здесь есть интересные дома. Здесь находится самое старое здание. Вятское самое. Ну, отсюда его не видно, оно там во дворах. И оно, главное, в таком ущербном состоянии-то. Стены там уже половину выпали, и все это залито бетоном чисто. И такие полосы от досок, от опалубки остались. Ну, а по сути, вот дома такие, они есть разные такие, вот достаточно интересные, старенькие такие, архитектурные. Вот. Музей Салтыкова-Щедрину, я уже говорил здесь. Где же он? Где-то по левой стороне должен быть. Проехали, что ли, домик такой. А, да, видимо, проехали. Вот, ну, где-то там, в общем, маленький такой домик. Он остался по сей день. Так, а нам сейчас надо, главное, повернуть направо. Ну, вот гостиница наверху, вот там гостиница. А нам вот сюда надо, ребята. Во-во-во, мы сейчас... Оп. Мы сейчас спустимся и искупаемся в купели, как я обещал, Трифонова монастыря. Ну, такой один из центральных храмов города Кирова. Вот там еще что-то реставрируют слева. Вот тоже интересный ансамбль, заметим так, да? Поэтому вот у меня традиция такая была и, в принципе, есть. Я как приезжаю в Киров, в Вятку, я сразу погружаюсь в купель. Такой святой источник. Легенда гласила так. Трифон такой святой был. Вот он, говорит, прилег здесь на этом побережье, здесь на этом берегу Вятки, где-то тут холмик или ручей был, напился воды. И привиделся ему сон. Здесь, говорит, надо выстроить храм. Здесь, говорит, надо выстроить, тебе будет храм. И он выстроил. И вот заметим, знак стоит, парковка запрещена, но... Если очень надо, то можно. Так. А нам надо очень, ребята. Нам надо очень. Да нет, шучу, парковка-то там за знаком запрещена. А мы же стали здесь. Здесь был стадион. Теракт был на этом стадионе. Вот здесь когда-то взорвали что-то. Матч, что ли, был. И после этого здесь больше стадиона нет. Да, в общем, вот Трифонов монастырь. И построил он этот монастырь вот здесь вот. Так что все, идемте, сходим, искупаемся и поедем уже куда-нибудь дальше. Это вот я и в купели. Тропар преподобному Трифону Архимандриту Вятскому. Прочитываем. И уходим вот сюда. Обалдеть. Отца. И сына, и Святаго Духа. Аминь. О, 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 хорошо. О. Было.